Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, какое счастье у вас реально на носу. Итак, какая-то очень страстная встреча, девочки. Возможно, и неожиданная. Смотрите, встреча очень неожиданная или известие очень неожиданное, связанное, скорее всего, с каким-то обманом в прошлом. Возможно, даже по финансам какой-то обман. И здесь как-то решится этот вопрос. Единственное, что я вижу, что вопрос как-то решается, да, но денег, то есть если это обман был связан с финансами, я не вижу. Вот, скорее всего, здесь какой-то обман, ну, по-вашему обман, да, связанный с мужчиной. И причем, знаете, как интересно, вы считаете, что это был обман, а он-то так не считает совсем. Вот, и он, ну, вдруг неожиданно появится, как-то либо решит с вами какой-то вопрос, появится с чувствами, с признанием, возможно. Решить какой-то вопрос, да, вот я вижу, что он неожиданно появится, весь такой радостный, счастливый, да, как ни в чем не бывало. Вот, может быть, конечно, характер такого мужчины вызовет у вас очень сильные переживания тем самым, да, своим, вообще своим появлением. Даже, я бы сказала, ваше негодование какое-то, что он-то не понимает, в чем дело. Вот, так вы ему объясните, что вас за дело зацепило, да, потому что он не понимает. Он реально не понимает, он не прикидывается. А вот, встречу, да, я вижу встречу, поэтому вот появится мужчина. Мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами, обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. И он действительно появится, как ни в чем не бывало. Вот, и вообще не понимая, почему вы злитесь или обижаетесь, вот, и будете как-то вот выяснять отношения. Но я думаю, что все у вас закончится хорошо. Если вам нужна лично моя помощь, пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру и регистрируйтесь на курс обучения Таро. Всего за 4 занятия реально начнете предсказывать сами. Сегодня последний день скидки на данный курс. Ссылочка на курс внизу в описании в моем первом комментарии.